16 мая начала свою работу 20-я научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов. Пленарное заседание состоялось во Дворце культуры и искусств. С приветственным словом к участникам обратился ректор университета. Всех вас хотелось бы от души, от ученого совета нашего университета, ректората, поприветствовать и пожелать всем нам с вами на протяжении проведения нашей конференции успешной и плодотворной работы. Наша конференция традиционно вызывает повышенный интерес не только со стороны молодых ученых, аспирантов, студентов наших, но и со стороны наших партнеров, представителей органов власти, научно-инновационных структур действующих республики, руководителей высокотехнологичных предприятий. Работа конференции на факультетах и в институтах продолжалась до 23 мая. Всего в 94 секциях было представлено 1142 доклада.